Всех приветствую, продолжаю просматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Марко Тулио. Марко Тулио родился в 1966 году в Медельине, Колумбия, художник-самоучка. Я беру данные из интернета. Начал свою художественную деятельность в очень раннем возрасте, поскольку оба его родители были художниками. Марко занимался живописью с самого раннего возраста. Несомненно, его таланты были врожденные. Его отец, художник-абстракционист Гильермо Эспиноза, привил ему любовь к цвету. Но Марко практиковался, совершенствовался и довел до совершенства свои классические сцены. Его человеческие фигуры – это модернизированная версия классической фигуры. В то же время он добавляет элементы сюрреализма и обыгрывает цвет и текстуру, чтобы каждая деталь казалась такой невероятно реальной. Помимо точеных тел и почти идеализированных человеческих фигур, он отдает дань уважения своей южноамериканской культуре, привнося элементы мифологии и мистические образы, которые уникальны для картин Марко Тулио. Растущее восхищение его фигурами во многом связано с насыщенным цветом и текстурой, которую он рисует. Благодаря ему изображение на одноименном холсте кажется осязаемым и трехмерным. Ну, такое описание к работам Марко Тулио я нашел в интернете. Сайт Marco Tullio.net. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.